тьмы и мрака с определенной целью. Донести благую весть, что Спаситель мира Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для оправдания людей. А люди не знают этого. Сатана обращает. Да. Я верующий, я сам люблю Бога. И знаю, что Бог никогда бы не пожелал мне меньше, чем есть для Него. Он мне даровал прекрасный мир, в котором много места для самореализации, саморазвития. Вот вы слова говорите, самореализация, саморазвитие. Библия таких слов не знает. Это не евангельский язык. Вы болеете или что, лежите так? Да, немного приболел. Почему-то все лежат. Я удивляюсь, как... Как-то даже странно на глазах людей лежать, пить там вот это. У нас это не принято. Надо... Я не пью. Нет, не важно, что там пить. Пьют все время здесь, в рулетке. Поздравляйте, Христа. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. А вы чего там делаете? Слава. Слава. Вы сектант? Сектант, ты, во-первых, у вас что-то близко, микрофон. Вы кто такой? Вы уберите микрофончик подальше, чтобы говорить можно было. О, матюкается, разве так можно? Батюшка. Сектанты. А, я тебя понял. Не, я не из таких. Вы не меня потеряли. А вот Господь говорит, оставляет 99 овец, не потерявшихся, и одну потерянную ищет, и нас посылает искать. Я знаю, что такое Библия. Да. Погоди секунду. Ну вот, видишь, как крестик есть. А вам сколько лет тоже? 17. 17, молодые еще, да. Да. А в церковь ходите? Да. Редко, правда, но хожу. А вы знаете, что сейчас пост идет рождественский? Он 4 декабря начался, нет? Да нет. Он начался в ноябре, 28-го. Ага, слышу. Рождественский пост. Их 4 больших поста. Вот если вы не знаете, зайдете по скайпу, меня найдете. Я вам скину, у меня будешь... 28 томов книг, и один посвящен как раз вот этим вопросам. Называется «К истинному православию». Я эти материалы вам могу скинуть потом. Вы только зайдите на наш ресурс. А вы православный верующий? Да, да. Он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. YouTube. Кстати, погодите, а вы где живете? Город Барнаул, Алтайский край. Понятненько. Ну, это далеко. Это Забайкалье? Да нет, мы ближе сюда. Южнее Новосибирска. Да, да. Ну, ладненько, всего доброго вам. Слава Христу. Спасители, что Иисус распятый воскрес и зовет всех к покаянию, чтобы начали жить по-божески, не как в рулетке в этой Содом устроили. И где же это? Когда это произошло? Что произошло? Это... Вы говорите о воскресении, о распятии Христа? А вот это хороший эпизод такой, мастер и Маргарита, когда там Берлиоз сидит с бездомным Иваном, и мимо Валант приходит. Он говорит, надо доказать. Он говорит, ничего не надо доказывать. Я был при распятии, Валант, он сатана. Не надо доказывать, я там был. Вот есть такой ролик сейчас небольшой, называется «Интервью с дьяволом». 12 минут, вот посмотрите. Прямо, даже не верится, что-то артисту так не сыграть. Прям дьявол. И какие вопросы задает? Он спрашивает, а чего вы боитесь? Что вам не нравится? Он отвечает, не нравится, когда люди просят прощения, когда смиренно ведут себя, когда Библию считают. А кто ваш главный враг? Он аж заскрипел зубами. Это тот, который меня с неба сбросил. А что дальше будет? Он придет и уничтожит меня. Вот если вам будет интересно это, вы можете... попытаться зайти на наш YouTube-канал. У нас очень большой канал. 18 500 роликов только наши. Мы строим православную деревню, единственную пока на Российскую Федерацию.
где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. За свой счет все делается. Храм построили, школу, ни рубля государство не дало за 20 с лишним лет. Вот мне Господь позволил, Бог мой позволил, создать детский лагерь. Я начальник его фактически 48 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не вложило. Мы их приучаем к тому образу жизни, который Господь нам оставил. Как говорят, утерянное. Во время игры даже к девочке пальцем никто не имеет права прикоснуться. Хорошо ли? Ну вот если у вас будет желание встретиться, вы меня можете найти в скайпе. Скайп Игнатий Лапкин. Там я могу скинуть наши ресурсы. Очень богатые. Таких просто нету. Их нельзя создать. Вот мне пришлось много вести занятий в 5 университетах сразу. 3 программы, школы, милиция, воинские части, везде проповедовать. Ну и вышло 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить бедной библиотеке. Мы из Барнаула доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север. И 650 городов посетили. И сделали подарок библиотеке на 35 миллионов. Это книги, которые имеют возрождающее действие, в пророческом духе написанные. И вы там их увидите. Там, ну, просто надо зайти, увидеть. Наш сайт называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Мы рады это отдать. Мы даром получили, даром отдаем. Может, что делаем? Школу государственную построили за свой счет. Ни рубля государство не дало. И молимся за правителей. А вот какой патриарх, какой бы ни был, мы молимся, нам повеление дано от Бога. А это, что если будем скрипеть это за дверями, это ничего не даст. Надо работать. Работать как? С Богом. Вот мы встаем всегда в 4:40. Такой у нас распорядок дня. Сейчас вот рождественский пост. Я в Барнауле нахожусь, а деревня-то наша строим. Она 150 километров в сторону Кулунды. Может, у вас какие вопросы могут быть духовные, о спасении, о душе, о будущем? Я 57 лет проповедник с Библией в руках, так что могу и ответить. Согласно Библии, святых отцов, канонам церкви, жития святых и мировой культуры. А вы учились где-то? Как говорите? Учились где-то? Да, я самостоятельно учился. Ничего не. У меня нет ни гуманитарного, ни духовного образования. Я самостоятельно все постигал. Тогда не знаю, насколько это правильно. А проверить легко. Вы нет. В интернет, если зайдете, увидите. Не об этом. Вы могли бы изучить ядерную физику сами? А она мне не нужна. Зачем я буду изучать? Секундочку. Вот смотрите. Говорят... Вы изучали, вы сказали, что вы изучали вот религии, духовные книги и так далее, и так далее, и так далее. Без наставника. Речь идет о спасении души. Что главное необходимо? Я печник, 40 лет печи ложил. Я понимаю. В этом случае легко заблудиться. Ну, пока, знаете, у нас митрополит, очень хороший митрополит. И, как говорит у Игнатия, не выявлено ни догматических, никаких отклонений от истинной веры православной. Я понимаю. Но вот все равно я с этим делом отношусь с осторожностью. Ну, видите... Тут можно сказать, а теперь что такое, в любой сейсмологии, а что знает больше, чем тот-то, а нужно оно ему? Это есть такой маленький рассказик. Подождите, знаете, вот одно время ходили по городам и весям свидетели Иеговы. Да. Да, и предлагали изучать Библию. Да. Ваше отношение к этому? Вчера, сегодня 27-е, вчера я отправил 4 письма генеральному прокурору Российской Федерации, отделу юстиции, Дума и Путину, а как раз об этих свидетелях Иеговы. Я спросил о другом. Я об этом сейчас отвечаю. Мое отношение. Я написал письма в 4 в главной инстанции. На каком основании их запретили?
Это государство не теократическое. Я православный. Мне не надо за еретиков заступаться. Но... Я спрашиваю вас. Ваши отношения, а не тому, что какие письма вы писали. Так мое отношение в этих письмах высказывается, что я протестую против того, что с ними сделали. Что их запретили здесь. Вы считаете это правильно? Неправильно, абсолютно неправильно. Я о другом. Вы меня не... Вот смотрите. Я вас с вами... Вы слышите, но вы не слушаете. Вернее, вы слушаете, но не слышите. Я спросил ваши отношения к тем людям, которые приходят в дома и предлагают изучать Библию. Ваши отношения. Как вы это смотрите? Положительное, отрицательное? Что они работают, это положительно. А что у них Библия заменена своим этим, отрицательно. Новый всемирный перевод. Мы не поняли друг друга. Спасибо вам. Почему так? Я отвечаю точно на ваш вопрос. Я понял. Спасибо. До свидания. До свидания. Я татарин. Ну а татарин разве это только басурманин? Разве татарин не человек? Разве ему на суд Божий не идти? Идти. Идти. Коран. Что у него написано в этой книге, знаешь? Татарин. Идите, пожалуйста, а я тебе скажу, 5 сура, 47 и 66 аяты. Там про нас, христиан, написано, что нам дано Евангелие, и мы должны по нему жить. Я по нему и проповедую. Понятно. Да. У нас люди, которые живут в Казани, с татарами вместе, приезжают, крещение принимают. А вы из Казани? Нет, я Алтайский край, город Барнаул. А, понятно. Я думал, вы из Казани, я просто из Казани. У нас хорошие отношения с мусульманами. У нас миссионерская поездка была в Баку. Мы были, ночевали в доме у муллы. Это мулла у них как священник. Я знаю. То, что Господь сказал людям. Он распятый был и воскрес. И всех зовет к покаянию, чтобы после смерти люди попали в рай, а не в ад, не с сатаною. Тут ничего не найдешь. Вот мы строим православную деревню. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Для Бога. Вот мы всегда встаем в 4:40 утра, чтобы утром, не торопясь, помолиться, почитать Слово Божие, а тогда уже на работу. А здесь малые дети, и те матерятся все. Какое дикое, какое-то скопище бесовское. Вырываются, кричат, визжат, матерятся. У вас какие-то вопросы есть? Вот поговорить о Боге, как душа, чтобы наша не погибла. Нет, я этим не интересуюсь. Не интересуетесь? А что же вы так это, в такое небрежение это душу вгоняете? Душа же требует знакомства со Христом, который умер за грехи людей, жить для Бога. А ничего не интересуешься, значит, и муж такой же будет, значит, разведенка будешь. А разведенных 86% первые 3 года.